Славянск на Кубани интенсивно растет и развивается. Крупные объекты уже выходят далеко за границы административного центра города. Один из примеров – спортивный манеж «Олимпиец». Это современное здание за короткое время выросло на пустующей территории в районе элеватора. Теперь же пришло время придать месту завершенный вид. Для этого еще в 2015 году здесь начали высаживать первые деревья аллеи славы, которые призваны озеленить место, добавив ему уюта. В день рождения Славянского района и города Славянска на Кубани аллея около спортивного манежа «Олимпиец» стала еще больше. 16 молодых деревьев – это один из подарков к празднику, который преподнесли нашей малой родине главы всех поселений Славянского района. В Славянском районе много парков, скверов. Мы постоянно занимаемся благоустройством, озеленением. Стараемся, чтобы наш город был и район был краше, благоустроенней. Но эта аллея, она особенная, потому что мы ее высадили сегодня в честь 80-летия Краснодарского края. Это очень важная, знаменательная дата. И плюс дополнительно сегодня 93 года нашей малой родине Славянскому району. Вдвойне приятно, что эту аллею мы высадили с главами поселений. У нас 15 поселений в Славянском районе. И, как вам сказать, это все уже завтра буквально будет историей. И наши дети, и все люди, которые сюда приезжают, и наши жители Славянского района, и гости, они будут видеть и понимать, что это любовь к нашей родине, что это уважение к труду, что это нас объединяет, потому что все, что мы сегодня делаем в Славянском районе, мы делаем, конечно же, все вместе. Главы сельских и городского поселений вместе с Романом Синеговским в этот день взяли в руки лопаты и высадили аллею. На это мероприятие ушло немного времени, ведь слаженно работать в команде районным руководителям разных уровней не привыкать. На территории всего Славянского района по поручению главы муниципального образования Славянского района Романа Ивановича Синеговского проходят высадки деревьев. Ну и также на территории Протокского сельского поселения у нас есть уже запланированный на следующий год, ну и там на 2-3 года вперед парки, где мы также садим деревья, где мы полностью их обустраиваем, делаем фонтаны, дорожки. Это одно из самых лучших таких мероприятий, что можно было придумать. Таблички, установленные рядом с липами, синими кленами и дубом, указывают на каждое из поселений муниципалитета. Все они частичка нашей малой родины. И как деревья, которые могут расти и развиваться только соседствуя с другими, наши станицы, поселки и хутора могут процветать только при тесном сотрудничестве между добрыми соседями, которые за эти 93 года жизни района стали не просто друзьями, а родственниками. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».